Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон CAT S75, и сейчас мы разберемся, как убрать либо добавить Google аккаунт на данный телефон. Итак, для этого мы переходим в Play Market, и здесь можно увидеть, что у нас уже есть аккаунт, мы хотим его убрать, нажимаем на иконку в правом верхнем углу, смахиваем вниз, то есть нажимаем на вот эту вот кнопочку стрелочкой вниз, нажимаем настройки аккаунтов на устройстве, выбираем аккаунт, который хотим удалить, нажимаем удалить аккаунт, окей. Подтверждаем это нашим графическим ключом, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч, я бы сказал, но как добавить Google аккаунт? Переходим в настройки. И здесь выбираем пароли и аккаунты. После чего нажимаем добавить аккаунт. Выбираем раздел Google. Здесь можно выбрать телефон, либо адрес электронной почты. То есть вводим свой логин, либо адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». После чего нужно будет ввести пароль. Нажимаем «Далее». Далее. Принимаю. More. Accept. И на этом все. Теперь спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!